Шамаим, Баруш Шенатан, Тора, Баруш Шенатан, Тора, Леамор Исраэль, Бидушато, Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад, Баруш Шем Кавод, Малькуто, Леолам Ваэд, Йешуа, היום אנחנו קוראים פרשת שבוע והשמיני. Сегодня мы читаем недельное чтение восьмое. Это Бесефер Ваикра, Перек Тейшем, Пасук Ришон. Это книга Левитов, с 9 главы, 1 стиха. Ваием Ашмини, קרא משה. אני אמשיך לקרוא בויקרא ט' מפסוק אב ב' עד י' פסוק ג'. Женя будет продолжать, и он хочет прочитать из книги, из главы 9, из 22, да? 22 стиха. וישר אהרון את ידו אל העם ולכם, וירד מעשות החטאת העולה והשלמים. Вот эти стихи, вы сейчас их прочитали, все видели на экране. Пасук носав ми парашат шавуа, ани кра ми вайкра юд алеф, пасук мем гей. Также дополнительный стих мы прочитаем из книги Левит, 11 глава. Стих какой? 45 стих. Ки ани Адонай амаале этхем меэрец Мицраим леот лахем лэлоим, ваэитем кдошим ки кадош ани. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Парашат Шавуа, Парашат Шмини, как уже Федя сказал. Вот это недельная глава, которая называется «Восьмой день», так она, название ее. השם הזה הוא מכיוון שזה יום השמיני לחלוקת המשכן. И название это происходит от того, что именно восьмой день было освящение скини. וביום זה אהרון הצטרף למשה לשירות של הקרבות. И в этот день Аарон, он присоединился к Моше, чтобы служить там. קטע נוסף שאני רוצה לקרוא זה מהפטרה. Дополнительный стих, который я хочу прочитать, это из Авторы. שמואל ב', פרק ו', א' עד ז'. Второе царство, шестая глава, с первой по седьмой. Ваосеф от Давида, кол бахур ба Исраэль, 30 элеф. Ваякам ваэлех Давид, бекол аам ашер ито, ми баалей Юда, лаалот мишам, эт Арон Аэлоим, ашер никра шам, шем, шем Адонай Цваот, ешев окрувим алав. Варкиву эт Арон Аэлоим, эл агала хадаша, ваясуа, мабейт Авинадав, ашер багиваа. ועוזה ואחיו בני אמינדב נוהגים את העגלה החדשה ועשו מבית אבינדב אשר בגבעה עם אהרון האלוהים ואחיו הולך לפני אהרון ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל עצי ברושים ובכינורות ונבלים ובתופים ובמנעננים ובצלצלים ויבוא עד גורן נכון וישלח עוזה אל אהרון האלוהים ואחוז בו כי שמטו הבקר. ויחר אף אדוני בעוזה, ויכהו שם האלוהים על השל, וימת שם עם אהרון האלוהים. То есть вы знаете все, или многие знают эту историю, то есть когда Давид хотел перенести ковчег Завета из дома Минадава и вести его в свое царство, то когда его везли священники, Оза увидел, что ковчег падает и хотел поддержать его, но Господь на месте покарал его, и он умер. Ешно кан шне микре мод думи. Вот здесь у нас есть два случая, которые очень похожи. Парашат Шавуа и Автора.
из недельной главы, изо вторы. Ая маамад мод мехубад, мод кадош. Шел ирад, ирад Элоим. Арбе мод анашим, ше самху ве цаалу, бе итрашу гдола. То есть это было что-то великое, был великий страх, страх Божий перед людьми, когда они несли ковчег завета. И там можно видеть присутствие Божие. Мы также можем увидеть, как сам Моисей и другие священники, они освящаются и готовятся к служению Божьему. ואיך דוד שהוא עושה כל מה שביכולתו לעשות בשביל לרצות את אלוהים ולשמח אותו. И также сам Давид, он пытается исполнить все, чтобы быть близким к Богу. אנחנו יכולים לראות שהוא כבר עשה את כל מה שהוא יכול, עכשיו הוא כבר יוצא מהכלים, מתחיל לרקוד, לקפוץ. И он сделал все, он попытался принести ковчег завета, и он начинает даже танцевать перед Богом. הוא כבר ממש יוצא מהכלים שלו. То есть он уже переходит всякую границу и просто радуется. ולמד כל הקדושה הזאת שנקראת בשני המקומות האלה. И вот несмотря на всю эту святость, которую здесь мы видим. במקרה הראשון יש את הבנים של אהרון. Мы в первом случае видим детей Аарона. ובמקרה השני זה עוזה. А во втором случае мы видим Озу. שהם נמצאים שם. Которые находятся там. יש להם מעמד מאוד מכובד וגבוה בקרב כל השאר. Они очень почетные люди среди сынов Израилевых. אבל האינטרס שלהם הוא קצת שונה. Но их интерес немножко другой. הם באו לשרת את עצמם. Они пришли, чтобы служить самим себе. כבוד אדוני ויראת אדוני לא היה להם. В них не было страха Божьего и уважения. כי אחרת הם לא מתנהגים ככה. Потому что если бы это было, то они бы вели себя по-другому. אבל הם חשבו בגאווה שלהם שנמצאים במעמד מספיק גבוה שלא יקרה להם כלום, לא משנה מה הם יעשו. Но они думали о себе, что вот эта вот почесть, которая есть у них, то есть они очень великие и они могут допустить делать все, что они хотят. סיפור של עוזה הוא מאוד דומה. История Оза, она очень сильно похожа. אם לא מתעמקים ומחפשים, אז אפשר לרחם על האיש המסכן. То есть, если, конечно, не углубляться, можно просто пожалеть этого человека. Но если покопаться в других источниках, мы можем увидеть, что у многих людей в то время не было страха Божьего. У Оза у него также была должность, очень важная. אבל אם אנחנו מסתכלים איך תכננו את האירוע הזה של לקיחת ארון הקודש. если мы посмотрим, как все это происходило, когда переносили ковчег завета. ויפה מאוד כתוב שהם לקחו עגלה חדשה ובהמה שלא השתמשו בה. тогда мы увидим, что они использовали новую повозку, они использовали корову, которой не было никакого недостатка. אבל לא ככה לוקחים את ארון הקודש. но ככה או לא ככה? Но не таким образом перевозят ковчег завета. Когда был выход из Египта, Господь явно сказал, как нужно его переносить. Что ковчег завета несут на плечах, а не на телеге, которую везет корова. И, может быть, Оза был один из тех, который должен был нести это на своих плечах. Он шел рядом. И вот когда повозка начала переворачиваться, то есть он позволил себе прикоснуться до ковчега завета. И можно посмотреть и подумать, что он как-то хотел помочь. Хорошая мотивация у него была. אבל החכמים מסבירים את זה שלא היה צורך לגעת בארון בשביל לא לתת לו לפעול. Но мудрецы, они говорят, что не нужно поддерживать ковчег завета. Бог сам может его поддержать. היה מספיק לשים יד מתחת לעגלה. Было достаточно поддержать саму повозку. ואם מחזקים את העגלה, ארון הקודש לא זז. Если поддержат повозку, то ковчег завета никуда не денется. ולעוזה היה ברור שאסור לגעת בארון. Оза явно и конкретно знал, что нельзя прикасаться к ковчегу завета. Он был мудрый, почетный. Но он пренебрег этой заповедью.
И вот эти два случая с Озой и с сыновьями Аарона, они показывают святость Божью. Арсу? Арсу — это симха. И вот эти вот два случая, мы видим в них, что то, что произошло, вот эта вот радость, которая была в народе, она была разрушена. Кол ам ба лаэру азе, аба лэхад аэмэни ашэ лэшарэт ад Адонай, ва лэхад аэмэни ахэ лэшарэт ад Ацман. И весь народ пришел, чтобы праздновать это. Но одни пришли с сердцем, чтобы служить Богу, а другие пришли с таким сердцем, чтобы послужить самим себе. И вот эта вот недельная глава, она говорит нам о стремлении к святости. Стремление, чтобы осветиться и быть более святым. И в Писании мы читаем, что Бог, Он говорит, я хочу светиться в людях, через людей. Если есть такой человек, который готов отдать все и послужить Богу, то Бог использует его, и через его дела, через те плоды, которые он приносит, Бог освящается таким образом. לעומת זאת, כל דבר תמה, הוא לא יסבול, הוא יחתוך את זה. Но любой другой человек, которого сердце направлено к Богу по-другому, то он просто потерпит наказание или ущерб какой. אני רוצה לדבר קצת על זמננו, על הקהילה שלנו. И я хочу сейчас дать такой прообраз в наше время, в нашей общине поговорить. אלוהים ברך אותנו דרך הרבה ניסים במקום הזה, בבניין, באנשים. И Бог всех нас благословил через чудеса, знамения, через вот это здание, которое мы имеем. וכן קוראים למקום הזה זה בית תפילה. И это место, оно называется домом молитвы. או קהילה. Или община. קהילה משורש קהל, ממקום שנספים בקהל. Община — это от слова общество, куда все приходят и собираются там. ולמרות שאין לו בית מקדש, אבל זה סוג של בית מקדש. Может быть, это не храм, но это своего рода храм. אשר למקום הזה להיות, לשאוף לשלמות. И мы, которые находимся здесь, это место, оно должно быть стремиться к святости, к полноте. וכל דבר שאנחנו עושים בו, זה לשרת את האדון. И все, что мы здесь делаем, оно должно быть направлено на служение Господу. וזה לא המקום שאנחנו מקבלים בו שירות. И это не то место, где мы сами получаем служение. Это то место, в котором мы должны приносить жертвы. Прославлять его. И учиться понимать, что Господу нравится, а что нет. И для этого мы должны быть в единстве. Каждый из нас, он также должен готовиться к этой встрече. Каждый готовится сам, один. И когда он приходит сюда, то вот эта вот сила, которая есть в нем, и все вместе, она увеличивается. И тогда Господь, он хочет осветиться через нас. זה יפה מאוד שבאים לפה כל מיני עמים בשביל לברך אותנו, כמו פעם אחת זה קוריאנים לדוגמה. Это хорошо, когда приезжают из других народов сюда, чтобы благословить нас. ואנחנו אומרים, תתפללו בשבילנו. И мы говорим, помолитесь за нас. תברכו אותנו. Благословите нас. אנחנו חצי כוח, לא כל כך חזקים. Мы такие слабые. מה שצריך להיות. Но то, что должно быть. שברגע שהם חסים בדלת הזאת. Это то, что когда они будут заходить в эту дверь. אנחנו צריכים לברך אותם. Мы должны благословлять. Они должны быть благословлены тем, что здесь происходит. Мы те, которые должны привести волну Святого Духа. А не наоборот. Наоборот, это тоже хорошо. Но это не то положение, когда мы сидим на стуле и нуждаемся в ком-то. Поэтому мы должны что-то сделать. Мы должны быть активны в нашей вере. Чтобы стремиться к святости. Чтобы стремиться к совершенству. Мы должны понимать, что все, что тут происходит, особенно в шаббат, это происходит для того, чтобы служить Богу. И может быть даже наоборот.
כשאנחנו באים ומשתחווים, שרים שירים, когда мы приходим, поклоняемся, поем, אז זה לא איזה קונצרט שאנחנו יושבים ומסתכלים, это не концерт, когда мы сидим и смотрим, אנחנו מעללים את אלוהים, но мы прославляем Бога, בשמיים, ליד כס אלוהים, и на небесах, рядом с Божьим престолом, כל הזמן יש השתחוויה, все время есть поклонение. Молили, мы штахавим, коли душим, но флим лефана. Написано, что святые сидят и преклоняются перед ним. Вечно издану това, беша, зачанахну по. И у нас есть такая возможность, то время, когда мы здесь. Лицтарев, или аргиш, кцата, штахваязу. Чтобы присоединиться и почувствовать вот это вот поклонение, которое происходит на небесах. Вегам, кшанаху шумим месер. И даже в тот момент, когда мы слушаем проповедь, мы также учим, как мы можем служить Ему лучше, лучшим образом. Некоторые могут сказать, я прихожу, я здесь просто отдыхаю, расслабляюсь. Это все правильно, но это все происходит автоматически. Но не в этом цель. Цель в том, чтобы служить Ему и с каждым разом служить лучше и лучше. И когда Дух Святой начнет работать сильным образом, мы каждый раз будем вновь и вновь удивлены. Но когда мы будем готовы, чтобы Бог использовал нас и освящался через нас, а כל פעם הוא יפתיע אותנו מחדש בתנועות שלו. Каждый раз он будет нас удивлять. והתוצאות שאנחנו נראה דברים אחרים לגמרי. И то, что мы увидим, это новые вещи, новые события. שאנשים יבואו באמת עם מטרה לשרת את אלוהים כאן עכשיו והיום. Что люди, они будут приходить с желанием служить Богу. אנחנו לא נראה פה את התסכולות האחרות, כמו התסכולות שתוך כדי המסר אנשים כבר נרדמים או בודקים מה יש להם בפייסבוק חדש. Мы не будем тогда видеть то, что происходит иногда. Что люди засыпают во время собрания или занимаются какими-то другими вещами. Но они будут жаждать, чтобы уловить каждое слово, каждый звук, чтобы прославить Бога и наполниться. Это то, что происходило в храме. Люди могли часами стоять и наслаждаться, и слушать. И даже после того, когда собрание заканчивается, и мы идем и пьем там чай, кофе, Бог это тоже любит. Он любит, ему нравится, что мы можем общаться вместе. Что мы знаем друг друга. Это также делает ему хорошо. Это то, что мы должны искать и стремиться, чтобы делать друг другу доброе. И то, что нам эта недельная глава говорит, это стремление к святости. И что мы готовы делать для этого? И от чего мы готовы отказаться, чтобы это произошло? И даже когда мы находимся один на один с Богом, и это решение, которое мы принимаем, чтобы быть сосудами Божьими, чтобы Он мог нас использовать, то тогда мы начнем видеть изменения и в наших домах, и в общине. И еще хочу сделать добавку такую небольшую о том, что называется духовная пустыня. Иногда человека спрашивают, ну как дела, как ты? Он говорит, я в духовной пустыне. Говорит, я что-то переношу сейчас. И тогда мы ему отвечаем, о, какой ты бедный, давайте за тебя помолимся. И он говорит, я все писание перелопатил. Но там о таком не написано. Нету духовной пустыни. Есть там маленькие пустынки такие, которые можно увидеть через Ишуа. Что вот когда он пошел в пустыню и был там, был испытан. И вот там он молился
ויצא מחוזק. И оттуда он вышел укрепленный. Так что перестаньте говорить так. כן, זה בכתובים. Потому что Писания об этом не говорят. זה... בוא נראה מה שאנחנו רוצים, שזה נפגש עם הרצון של אלוהים שלנו לקדושה. Должны искать того, той воли, которая есть Божья воля, чтобы наши желания и его желания были совместимы. Спасибо, Женя. Знаете, апостол Павел, он говорит, я бегу как на ристалище, я, говорит, бегу вперед, чтобы достигнуть цели. И он говорит, и вы бегите. Знаете, очень часто это то, что Женя говорил, мы иногда, как верующие, мы являемся зрителями. Есть те, которые бегут, есть те, которые бегут, чтобы достичь того, о чем сегодня говорил Женя, достичь святости, достичь приближения к Богу. Они бегут, они прикладываются. Вы знаете, как это на соревнованиях? Я думаю, каждый видел соревнования по бегу. Ты бежишь, ты отдаешь всю свою силу. Павел говорит так о верующих, так он говорит о нас. Вы, говорит, должны бежать. Но есть те, которые являются зрителями. Они сидят на трибуне, они могут похлопать. Они могут сказать, вау, классно, давай еще, прикладывайся. А могут даже осудить, сказать, ну вот, что ж ты так, не всю силу выложил. Некоторые из нас, может быть, в тот или иной период времени, а иногда и постоянно, то есть Бог знает каждого, они являются только всего лишь зрителями. А Бог говорит, я хочу, чтобы вы бежали. Павел говорит, я хочу, чтобы вы стремились, чтобы вы были бегуны, которые бегут и пытаются достичь чего-то. Давайте мы не будем зрителями. Давайте мы будем прикладываться, чтобы достичь той цели, для которой мы здесь находимся. Спасибо, Женя, еще раз. Давайте мы все встанем и унесем свитки. Эфраим, ты можешь нам помочь? Эфраим, ты...